Рад вас вновь приветствовать, дорогие друзья. Продолжаем играть в Герой Меча и Магии. Часть пятая. Проходим мы дополнение Повелители Орды, да? За мага Зихира. Последняя кампания. Тут мы в прошлой серии взяли эльфийский город, темный эльфийский. И сейчас я предлагаю вернуться назад. Чтобы, блин, что, армию хотя бы какую-то себе. Призыв к оружию. Призыв войска, расходы на опыт и ресурсы, да. Чтобы армию себе пополнить. Потому что с армией у нас вообще все плохо. Мы ее очень сильно потеряли в прошлом бою. Так, небесный щит, да? Так, волшебника. Вот, пошли домой. Домой, конечно, пилить и пилить. Так, вот мы можем уже колоссов ставить. Надо посмотреть, нам, наверное, выкупаться придется сейчас. А не колоссов ставить. Так, и сразу вот еще отсюда. Нет, отсюда. 2, 9 и... Че, хватит на пятерых? Да, отлично, хватает. Эльф, конечно, сейчас придет, отожмет этот замок обратно. Но мне надо сейчас по тапкам давать, потому что иначе капец. Меня прижучат. Без армии. Так, тут мы уже строить ничего не можем, а здесь... Гильдия магов второго уровня, да? А у нашего Зихира чё? У него искусственный призыв и искусственная тьма. Можно искусственную тьму проучить. Вот. А для этого надо строить вот здесь вот что-нибудь. Нам не хватает котлов. Сколько котлов? Один котел нужен. Рынок есть. Хорошо. Давайте смотреть. Разрушающий луч, ну понятно. Но пока мы туда-сюда ходим, пурпурный, я говорю, займет город, к сожалению. Мы только ему сейчас отстроим, блин, замок. И он будет еще сильнее по нам шмалять, скотина. Так, конюшню берем. А зачем мы, собственно говоря, туда бежим, а? Пусть вот этот чукчик к нам бежит. Но я удираю просто оттуда. Потерял, конечно, ход. Потерял время. Так, не посещал. Давайте-ка посетим. Мана у нас есть. Че, попробуем посмотреть, что там будет. Ага. Повелитель боли. Понятно. Ну, неплохо. Посещалось. Склеп я посещал. Пойдем пока тогда сюда сходим. Так, понятно, облачный храм. Но нам, наверное, лучше все-таки поставить, попробовать еще. Так, две ртути, да, надо. Гильдию магов. Четырнадцать. Вообще должно хватить, да. Че будет здесь уже? Ха, здесь уже сраный свет, отлично. Мне тьму надо, мне светлое дают заклинание, капец. О, здрасте, приехали, а это нечестно. Отлично просто. Портал нормально у них там расположен. Без шансов. Все, мы приплыли, ребята. Вайшан у нас без шансов. 49, 41,4. Добегался. А почему так вот жестко? И что я сейчас должен делать с этим Вайшаном? Спрашивается. Как я должен сражаться сейчас против него? Не смешно ни разу. Миссия завершена. Так, давай. Вот в этих пироманьяков, в этих, да ё-моё. Нет, серьезно, а что мне делать-то? Я думал, он без шансов для того, а тут какой-то чувак.
откуда-то вылез. Чтобы жопу мне порвать, да? Он уже, кстати, здесь практически. Он, наверное, знает, куда идти еще. Четерюга проклятая. Так, ладно. Здесь уже надо по три всего. Два, три. Это будет четвертая. Да, говна просто куска поел. Нормально пурпурный походил, да? О, он уже тут. Он уже подошел к городу. И что делать мне сейчас с ним? Такой бред. Вот это бред. Даже не дали развиться. Просто замочили и все. А все равно будет без шансов, да? Либо тупо высокая. Высокая, ну. А замок есть тут? Есть. Ну пошли попробуем обороняться, но ничего не поможет, вряд ли. Нам это поможет. Давай, 10-10. Артефакты, кстати. Колдовство плюс 2. А что у нас из артов? А, у нас топор. Нападение 2. Сила рун. Плюс 1 ко всем параметрам героя. Сандалии святого. Ну давай, если он нападет, то лучше вот сейчас с сандалиями с этими побыть. Карающий удар. Попадало вам пахнет, друзья. Ну, мы пока убежим. Так, что, сможем пятую поставить? Противнику-то своему. Уже надо по 5. О, не сможем. Ну, смотрим, что. Час че. Сейчас он нападет. Капец, да? Доигрались. Надо переигрывать, значит, миссию. Придется. Победа, кстати. Вражеский герой... бежал с поля битвы. 20 магов потерял. Магов всех потерял. Ну окей. Ладно. Но это, естественно, не последний набег. Так, постоянная удача, да? Пусть будет постоянная удача. Проклятая земля. Герой способен оказывать на это, который каждый раз способен. От уровня героя. Повелитель чар усиливается. Не знаю, ну давай. Тогда возвращаемся, раз он убежал. Что тут у нас по армии? 56, да у нас ничего не осталось. Есть смысл тогда тупо посидеть, подождать еще прироста. Наверное, да? Ну давай посмотрим, может здесь что-то получится поставить нормальное. Сейчас гильдии магов. Нам надо 5 серы, 5 этих и 5 этих. Мне, наверное, денег-то не хватит. То есть, раз, два. Один вот этот. Блин, капец, дорого. И 5 этих аж, не. Не, вот так вот. Раз, два. Только на следующем ходу. Да. Чувак-то не сумел взять наш город приступом. Но подкарнал, конечно, нас тоже так неплохо. Так, что тут? Да ничего, мы еще не сможем, наверное. Сколько стоит поставить? 1000, да? Раз, два. Ну дай мне тьму, а. Сосать.
называется. Так, понятно, ладно. Не знаю, короче, что. Ну ждем, что, ждем. Банально стоим, ждем. Вообще надо было ресурсы-то менять вот сюда идти, на факторию. По-моему, она это действует как базар в третьей части героев. Если существенно 5 мер. А у меня серы столько нету. Ну давай. Ага. Поэтому меня кинули. Так, ладно, следующим ходом мы подтянем другие войска. Тот-то сейчас опять тоже. Крутым придет, качнутым. Садись. Если вот так каждый ход на нас будет нападать, мы, конечно, блин. Мы, конечно, будем прокачиваться потихоньку. Таким макаром. Но это будет бесконечно. Так. Нет, нет, нет. Так. И вот этих вот так, да? Ну, мы, у нас же как, типа, мы забились играть такими существами разными. В смысле, из модификации Pico Rage. Так, у меня портала в город нет, вот что плохо. То есть, если что, мой город просто заберут. И у меня... Пропадут подкрепления, да? Пять. Хватит? Галимов, наверное. Нет, всех хватило. Хорошо. Ну давай, ждем, пока еще тут. А это что такое? Артефакты. Халатца Рысы, кольчуга просвещенности. Это кто выбросил? Вы видите, как это крутится, хрень? Это что, герой просрал? Когда убегал? Или что, откуда это? Два артефакта здесь. Если бы я не увидел этот вращающийся мешочек. Да ну нафиг. Прикол. Так, ты у меня тоже не стой тут колом. Забирай вот это. И иди-ка. Улучшай-ка. Так, тут строить я уже ничего не буду. Вот здесь надо начинать отстраиваться еще. Алтарь желаний. 10 ртути, которые у нас нету, да? И стоит он 2500. 10 дерева. Не, нам не хватит бабла банально. А это что? А, артыка. Ну давай, поставим. Но это бабок надо тоже немерено. Про это, в принципе, можно забыть. По крайней мере, уж в этой миссии точно. Вот опять он появился, ущербный. Ты посмотри, какой обсосок, а. Это уже Кифра лезет к нам. Который мы однажды втащили, но она никак не уймется. Нашли портал, гондоны. Я извиняюсь, конечно. Но бесит просто реально. И теперь туда лезут. И город у меня беззащитен. Так, ну ты до меня не дойдешь. Че тут Кифра-то? Высокая опять, обоссанная, обсосанная. Ну тут она сейчас опять придет и мне всю армию заберет. Че за говно? Полный какой-то трэш лютый. Че мне вот сейчас делать? Как мне действовать, если я теперь заперт постоянно? Полный. Сейчас так и будет нас атаковать. А что она там стоит, не атакует? Любопытно. Сейчас нашего помощника мага убьют, конечно.
Так, что я здесь могу поставить? Да, опять как обычно, ни хрена, да? Храм. Да я не найму его, бабу не хватит, нет, хватает. Так, давай ко мне сюда. Пацанов. Так. 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 Сам ты уже не спасешься. Попробовать пойти кифру убить в открытом бою, а? Не знаю, давай как-нибудь сохранимся на отдельный слот, что ли. Давай так. Боюсь, нас все равно тут напинают. Совсем плохо у нас все с армией, твою мать. И чё, я не дошел что ли до нее? Капец. Но зато она и дальше никуда не пойдет. Смотри, атаковала. Любопытно. Не побоялась. Верит в себя. Но вражеский герой, как всегда, обрестав колготы, убежал. Ну что-то мне не вообще... Потери очень жесткие. Победить-то мы, может, сейчас и победим. И что, музыка-то темно-эльфийская? То, что она напала? Так, вы будете кулаками обкладывать. Так, этого надо вперед на штурм. Наверное. Мах уже отсосал. 22. 8 баб. Охренеть. Че у тебя по параметрам? 5 удачи, 4 БД. У меня 3 БД, 7 удачи. Что-то все подглючивает опять. Драконы, конечно, жопа. Так, не под бабу главное, но мы под нее не встаем. Давай вот так вот с этой позиции. Без лака. А, нет, с лаком. А, подкус от големов, отлично. Тема хорошая. Давай-ка. Еще я глух. Отлично. Так, что, кого кулаками? Ну давай, ассасина. Но он сейчас потравит, конечно, магов нам. Еще и с лаком. Ну, с лаком это не так важно. Важно то, что у меня что-то глючит все. Цепь молний. Неприятность, колоссы. Ну пока подожди. Да куда ты стреляешь-то? В ассасина, блин, стрельни вот сюда. Смотри, как глючит. Смотри, смотри, смотри. А, я два раза на него нажал. Ну и в кого я выстрелил-то? Что за дичь? Нет, ну в ассасинов я попал, по-моему, да? Баллиста, нет. Тупорылый гремлин, короче, не выстрелил он в него. Так, что делаем? Там драконы, конечно. Рассеянность, поднятие мертвых. Да вообще нету нормальных заклинаний. Тьмы вообще нету, есть только небесный щит. Ну давай вот на этих пацанов. Они будут драться у нас. Да, это понятно, что нас здесь сейчас унесут всех. Да. Один, один. Давай вот этих. С лаком, отлично, убрал. Так, хочу попробовать сохранить его, а? Не получится, наверное, конечно. Блин, гремлина потравила мне. Че, попробовать оглушить? Ха, оглушил. Хорош. Ну давай с лаком, а? А вот нам с лаком сейчас. Ну конечно, сучара. Ты же будешь с лаком отвечать, проститутка. Купил громовержца? Нет громовержца. Создание фантома. А из кого мне его создавать? Нас сейчас все равно убьют. Не, мы тут просираем. Ну как просираем? Может быть и выигрываем, но опять потери все те же самые дикие будут.
38 каких-то херов. Давай еще оглуши. Нет, не оглушил, но плохо. Потерпел за это. Какая-то жесть, я даже не понимаю, что происходит. Не видно банально. Камера эта задристанная. Бей его нахрен, короче. Отлично. Так, нас замедлили, кстати. А мы давай-ка в инвиз уйдем. Может, сбережем себя таким образом как-нибудь, а? Один. Так. Один. Но ты мотня, а? На тебе за это тоже. Двойной удар тут, конечно. Ой, кремлины все, ничего не могут. Гаргулии мучают. Так. Ну и убей его нахрен. Все с лаками. Полечу-ка я блокать их. Хотя тут блокать сейчас будут уже эти. Я попробую сюда спрятаться. Шлюх! Шлюх позвал! Позвала, подняла из мертвых. Пошла драться, тварь. Нет, я уж сохраню. Так, ты давай бей его здесь. Да, сохранил, конечно, удачно. Я вообще не знаю, нас дрючат. А что у тебя с щитом? Нормально еще. Плохо все у нас, очень. Сколько убью? 6, давай 6. Все, гремлины умерли. Сейчас будут пилить моего. Да-да-да, сучара. Короче, по-моему, даже автобой лучше сыграл. Что-то у меня тут вообще все лагает нахрен. Такая дичь какая-то геройская, сраная. Да ты сучка, а. Умри за это. А, все, убежала. Да то же самое, по-моему. Ваш герой снова поднялся на новый уровень, но... Кифра в себя не поверила. Повелитель проклятий. А толку-то от этого? Ну, давай, повелитель проклятий. Общее ослабление теперь у нас, ага. Охренеть, да я теперь немощь. Давайте я читами припишу себе ресурсы и все сделаем. Нас завалят так. Нас будут так дрючить постоянно, и нас завалят. Артефакт можно. 6 здоровья существа. Двадцать пять к инициативе, скорости. У нас вообще, да ну нахрен, это самая жопная, дорогая хрень вообще. Так, что делать-то, а? Артефакт, вот это хорошая штука. Уравнивает базовые характеристики. Ну я не знаю, что стоим-то, значит, здесь в городе и ни хрена не делаем. У нас даже банально портала в город нету. Че призыв к оружию? И что? Хорошо, опыт потерял. Че еще? О, 30, да? Полторы тысячи опыта потерял, говоришь. Но големов приобрел, да, зато. Так, давай, иди сюда. Кстати, вот, блин, механизм, непробиваемость магии, укус ящера, броня. Эти, конечно, зачарованным доспехом вытащили как раз против эльфа, да? Тяжко.
Тяжко. Застряли мы здесь. Очень все здесь непонятно, вот с этими вот штуками. Ты либо героя качаешь, либо он у тебя стопорится на каком-то одном уровне, и ты пополняешь армию за счет этого, там постоянно теряешь опыт. Я не знаю, это бред какой-то придуманный. Вот сейчас я опять должен стоять неделю. Это ж херня полнейшая. Ресурсами жертвовать за это. Такая дичь. Вниз я пойти не могу, потому что все, на меня здесь нападают. Либо я иду вниз. И это самое. Плюю на свой город основной. Разживаюсь вот этим. Может, так сейчас и сделаю, короче, а? Сейчас пополню, кого смогу. Пойду вниз. Надоело, короче, здесь стоять. Я просто жду сейчас еще. Мне же надо всех их уничтожить, да? Тогда я буду темными эльфами играть. Ничего ты здесь не сделаешь. Мы иначе так сдохнем. Нас запрессуют. 5 серы. Давай, давай. Пять серы, конечно, жалко сейчас будет, да. Но у нас еще 30 обсидианок. Хватит денег-то? Да, хватило. Раскрывает одно. О, кстати, может помочь. Немощность. Берсерк. А, наконец-то. Так, как бы вас всех теперь здесь собрать-то в одну кучу? Ледяная глыба. Не, ну с берсерком будет попроще. Общая немощность, массовый апкаст. Берсерк будет, да? Пожалуйста, отлично. Жалко, он не массовый, конечно. Массовый берсерк пофиксили. Так, все, сейчас, короче, жду тогда. Валю в тот город. Чего у нас вообще этот город из себя представляет? Что здесь есть? Какие-то войска есть? Палаты интриги. Войска, в принципе, есть. Воевать, если что, будет. Кем, пока этот город, конечно, не займу. Я надеюсь, что, кстати, нам бы выкупить все это дело. А то сейчас кто-нибудь придет и просто все это заберет. Так, и что, ждем еще какое-то время, да? И бросаем город или что? Так, здесь надо забрать кого можно еще с собой забрать. Да, и утащить их на переделку. Не терять время. Потому что сейчас к нам придут. Коричневый я не пойму, что за игрок. Так. Давай этих. Этих, в этих, и в этих. Этих, в этих, оглушалка. Эти, короче, какие-то упоротые. Ну ладно, раз уж мы играем такими вот отрядами интересными, то давайте ими играть уже. Блин, ну мы так сейчас сольем весь опыт ему. Тут какой-то бред. Так, ты теперь идешь. Подбирай вот этих. Сюда. Так, кстати, там от Кифры ничего не осталось. А то тогда, помнишь, помните, артефакты-то выпали. Кстати, я их почему-то, наверное, на себя не напялил, да? Давайте-ка посмотрим. Страна где? Халат Сарысы и прочий бред. Че, я не подобрал, хочешь сказать? То есть я такой муфлон? Не может такого быть. Не может такого быть, дебилизма.
Ну конечно, вот он уже. Ну какого хера? Мне сейчас. И рано теперь. Они нападают постоянно. Вот я сейчас не успею, да? Так, ты, наркоман. Бери. Точно, действительно, я такой тупняк. Так, бежим. Давай сюда. А, так, конечно, у меня не хватает места. Так, понятно. Че, Ирана сейчас добежит до него, да, наверное? Не, это все тупой. Тупое хуисоса какой-то кусок. Я извиняюсь, конечно, я просто сам себя иногда вот так вот негодую жестоким образом. Просто просрал артефакты, которые валяются. Не взял их. Я представляю, если вы следили сейчас за этим моментом, насколько вы негодовали. Что я просто не забрал эту вещь. Утырок, блин. Забери, пожалуйста, спасибо. Так. Это вот за место защиты знания, да? А это что дает? Колдовство плюс 6. Если мы меняем, у нас будет вот так все, да? Удваивает ману и магическую силу всех заклинателей в армии героя. Ну, вот это, наверное, все-таки получше будет. Так, и сейчас надо поменять сапоги. Мы бегаем, потому что занимаемся всем вот этим. Отлично. Ладно, все, друзья. Предлагаю пока на этом серию закончить. Я, возможно, в этой записи повторю все те же действия до прихода Ираны. И уже с приходом Ираны мы с вами эту серию и продолжим. Большое спасибо, друзья, что смотрели. Надеюсь, серия вам понравилась. Понимаю, конечно, как вы могли негодовать, что я все-таки этот сраный мешок не поднял. Я его все-таки поднял. Очень странно, что здесь артефакты появились. Интересно, как это так получилось. Все, думаю, стратегия следующая такая. Город нахрен отдаем Иране, а всей армии, которая у нас имеется, мы просто идем вниз, к темно-эльфийскому городу. Если что, он будет нашей штаб-квартирой. Там будем сражаться тогда эльфийскими войсками. Делать уже нечего. Все, всего вам самого хорошего. Здоровья вам и вашим близким. И всем пока, друзья, до встречи.